Я знаю, что мне повезет. Точное время 20:55 на календаре, четверг, 16 марта. Когда, как не сегодня, вам непременно улыбнется удача. Тем более, что вы все правильно делаете. Нарядились, включили телевизор в нужное время и настроились на Самара Гидс. Каждый будний день в это время мы делимся с вами не только зарядом бодрости, но и приятными сюрпризами. Сегодня мы вновь подводим итоги розыгрыша, запущенного накануне в нашей группе ВКонтакте. Для участия в нем необходимо всего лишь навсего вступить в нашу группу, сделать репост записи о конкурсе себе на стену и успеть оставить комментарий с номером. И ждать, когда бочонок с вашим номером окажется в руках нашего гостя. Сегодня за выигрышные номера отвечает наш спортивный обозреватель и ведущий программы «Мастер спорта» Сергей Кизоркин. Сергей, добрый вечер. Добрый. Сергей, ну скажи, я всем задаю этот вопрос, везет ли тебе в жизни и легкая ли у тебя рука, чтобы зрители наши настроились на то, что ты им действительно приносишь удачу? В жизни, конечно, мне везет. Я успешный человек, телеведущий, тренер, руководитель городской федерации хоккея. Ну вот в азартные игры я точно не играю. У нас не азартная игра, у нас все честно, у нас все открыто. Ну что, можешь пока тихонечко тасовать наш волшебный мешочек, а я расскажу вам, друзья, что сейчас с помощью Сергея мы будем вытягивать номера вас, счастливчиков. Первый номер, и хочется, наверное, Сереж, пожелать сладкой жизни нашему первому зрителю, который выиграет сертификат в кофейню на 1000 рублей. Вот, я держу его в руках, если не верите, посмотрите, подойдите поближе. Сережа, давай нам номер. Номер. Так, ну, сладкий номер 47. Номер 47. Мы вас поздравляем. Ну что, пора определить еще других счастливчиков. Они отправляются в кино, в киноцентр «Вертикаль». А сколько счастливчиков? Два должно быть. Надеюсь, давай, давай. Кому-то повезет. Вытягиваем номер 35. Номер 35, ура! И еще один, Сережа, давай. Вся надежда на тебя, сейчас кто-то замер. 13-й, наверное, будет номер. Ну уж не пугай ты так народ. Это а то мой сейчас любимый номер 13 номер, да, мой спохватился. Любимый номер. Номер 6. Номер 6. Напомните победителя. Давай. Номер 47. Номер 35. И номер 6. Ура, друзья, спасибо, Сереж. Что же вы сидите прямо сейчас? Хватайте гаджеты и оставляйте свои комментарии к нашему очередному розыгрышу. У нас для вас припасены билеты на спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» с Игорем Лифановым в главной роли. И билетики в кино. Дерзайте, друзья, только поторопитесь. Ведь всего лишь 90 бочонков в этом мешочке. А значит, и всего лишь 90 комментариев мы можем принять. Обязательно следите, чтобы комментарии не повторялись. Удачи! Я знаю, что вам повезет. И Сергей Кизоркин это подтвердит. Правда, Сереж? Обязательно. Желаю всем удачи и здоровья. Спасибо. До свидания.